Антон, а что это за машина у тебя такая? Турбазил. Турбазил? Да. Ничего себе. Класс. А где ты вообще сейчас находишься? В Лего-басе. В Лас-Легасе, да? Лас-Легас. Лас-Легас. Класс. Сейчас пойдем посмотрим, какие тут есть интересные игрушки, да? Пойдем? Ух ты, замок есть такой. Мама, я в него заходила. Но это не Лего. Вот у тебя там, кстати, куда ты ходишь в студию заниматься, там Лего такое большое, а это какой-то другой конструктор. Да. Но он такой... Большой. Ну, он большой такой тоже, как и там. Замок такой. Вот уже нельзя разбирать, да? Только строить или можно? Нельзя. Нельзя, наверное. Можно машину из него строить, видишь? А здесь надо положить помощь. Ты видел, какой здесь воздушный шар есть? Это для девочек? Мама, это для девочек. А яхта? Ты видел, какая яхта? Это для девчонок. Для девчонок яхта. И корабль тоже для девчонок. И да. Вторая яхта, да, для девчонок. Или это... Ух ты, ничего себе. Вообще класс. Две яхты. Это для девчонок все, да? А для мальчишек что здесь? Ты какой джипик, тоже для девчонок, да? Ничего себе, так ты запусти машинку по этому автотреку, попробуй. Не работает уже? Жалко. Ух ты, смотри, какой вертолет. Все я... уже. Мам, посмотри. Мам, посмотри. Покажи. Ничего себе, да ты такой поезд сделала, как он едет, покажи. Покажешь? На руке. На руке? Ручное управление, да, электричка? Ну, покажи, как едет. Ух ты. Ну что, едет? Ух ты, быстрый. Скоростной, да? Время закончилось. Ну все, тогда пошли.